Всем привет, с вами канал Супер Андроид. Сегодня у нас видео о том, как восстановить игры или приложения, которые были на вашем устройстве, но вдруг пропали. Это может быть по разным причинам. Вы случайно смахнули, вы подписывались на ранний доступ, потом приложение получило статус постоянного и оно пропало с вашего Android устройства. Как вернуть? Естественно, это касается только приложений, которые были установлены из Google Play. Как вернуть? Давайте посмотрим. Идете в ваш Google Play, выбираете иконку с вашим аккаунтом, далее переходите в пункт приложения, управления приложением и устройством, далее вкладка «Управление», и здесь выбираете пункт, который называется «Неустановленные». Откроется приложение, которое вы можете отфильтровать по названиям или недавно добавленным. И если же вы ищете не приложение, а игру, дополнительно можно включить вкладку «Игры». И вы получите список всего, что было когда-либо установлено на вашем Android-устройстве. Вот и все. На этом буду заканчивать. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч!